Привет, я Никита Власов, и вы смотрите телевизионный проект «Звукосниматель» на телеканале ТНТ «Онега», где послушать живую музыку в будние дни мы вам расскажем в конце нашей программы. А прямо сейчас смотрите новые, только что отснятые, живые выступления петрозаводских музыкантов перед камерами телепроекта «Звукосниматель». Здравствуйте, это группа «Бленш», играет в ней гитара Анатолий Тимофеев, Андрей Юрьевич Востоков – барабаны, Кит Литвиненко – бас и Ната Рудман. Мы снимали вашу группу, по-моему, был первый сезон «Звукоснимателя», 2007 год. С тех пор мы записали вторую пластинку «In Rough» альбом. Вот, дизайн нам делала Татьяна Трубникова, помогал записывать Андрей Иванов и Григорий Архипов. Очень долго мы его... Мучили. А у нас? Да, два года писали Истощил альбом. Истощил нас финансово, физически. Записывали на «Фабрике грез» здесь. За что отдельное спасибо «Фабрике грез», кстати, конечно. За содействие, за помощь. И вообще, хорошие люди. Первая вещь «It comes to me one day». Вещь из последних, ее нет на альбоме. Ничему не посвящена, просто веселая вещь. А о чем там вообще? Как все внезапно случается иногда, и вот нахлынуло, и такая песня родилась. We'll be right back.
вещи с вашего собственного сочинения? Да, естественно. Кто сочиняет? Текстами у нас заведует Андрей Юрьевич Востоков, а гармония, мелодия и все остальное – это вот все вместе. Как-то разделить по обязанностям не получится. Вторая вещь – это «Bastard». Неприлично переводится. Да. Посвящена традиционно мужчинам. У нас есть песня, посвященная женщинам, которая называется «The Beach». Угу. То есть пляж. Да. А эта песня посвящена мужчинам. Это как исповедь женщины, сидящей в баре за рюмкой коньяка, и которая, господи... Причем мужчина не очень верный в своей любви. Да, тут и Лили, и Бетти, и Молли, и поцелуи, и пахнет, и всяко разно. Но вот он любимый, единственный. Возьму ружье, пойду его застрелю. Я только что слышал, что Андрей Юрьевич пишет. Андрей Юрьевич перевоплощается. Иногда приходится, да. На самом деле, эта песня по заказу. Я его попросила. Придумай мне, пожалуйста, песню, чтобы я ее спела от себя. Причем пожелание было такое, нарисуй мне такого мужчину, которого можно было бы этими руками разорвать просто. Что получилось в результате.
всем, кто участвует в нашей программе, отдаем от «Фабрики грез», от наших партнеров, которые поставили это замечательное оборудование сюда, в студию. Мы даем такой сертификат, скидка на работу в студии. Запишите еще. Спасибо огромное. Лично спасибо. Свои телевизионные опыты над карельскими и петрозаводскими музыкантами мы продолжим ровно через неделю. А прежде чем наша программа окончательно уйдет из эфира, посмотрите анонсы ближайших концертов и все выпуски телепроекта «Звукосниматель» на сайте телекомпании tnt-onega.rf. Пока! На этой неделе, 14 октября, концертный понедельник в арт-кафе FM посвящен авторской песне. На сцену перед публикой выйдет человек с гитарой, Анатолий Шенберг из Нижнего Новгорода, автор и исполнитель песен, дипломант Грушинского фестиваля, лауреат всероссийских и дипломант международных конкурсов. Анатолий Шенберг представит на суд зрителей концертную программу «Искренне ваш» в рамках своего гастрольного тура по северо-западу России. Зрителей и слушателей арт-кафе FM приглашает к 8:30 вечера. Вход на концерт свободный. И все, что по списку первым не значится, перечеркни и брось.